Всем привет, зрители и подписчики наших каналов, с вами Кокакула и... МС Кабель и... Арчар. Ура, ребят, всем привет. Всем привет, привет. Ну чё, погнали, мы тут это, да, собрались опять в аэропорт, дошли и... Если вы помните нас в прошлой серии, злобно возле камушка пристрелили. Да, и Кокакулик злобно пристрелил брата. Угу. О, об этом же никто не знает, ты что? Да-да-да. Ребят, ну я вам скажу так, у нас практически все есть, кроме прицела. То есть мы полностью залутаны, и у нас у троих ни одного нету прицела. То есть нам нужны прицелы. Мы ищем прицелы. У меня даже, видите, покрашенная эмочка. Практически полностью. Может, вернемся назад, нет? Да можно было бы, да, немножко назад. Я, кстати, так вышел нагло, я даже на стекляшку не посмотрел. Не, ну я обращал туда внимание. Ладно, короче, я побежал в стекляшку нагленько. Окей, я в пожарку. Что-то меня лагать стало при записи. Не-не-не, у меня все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Об индикам и не пишешь, конечно. Ну да. Но все же. Ну, так, у меня ну, сейчас 40 FPS. Новая прикольного. Техника. Захода в стекляшку по лестнице. Обычно я всегда через дверьки заходил, а сейчас первый раз залезу по лестнице. Так, в стекляшку, пожалуйста, никто не идите, чтобы я знал, что здесь только свои. Слушай, пожарке закрыта дверь, обычно всегда она открыта. Ну давай есть... тогда открою. Так ощущение, кто-то зашел и закрыл ее. Бывает. Слышишь? Зомби стоит. А ну раз стоит. Тут зомби, обычно да. Зомби не стоит. Тут ну, обычно да. Зомби не стоит. А ну, прикрываю я сейчас от зомби. О, каска новая. Бью. Ну, давай. Давай, я захожу. Тихо, блин. Так, в стекляшке это я внизу. Да, он вижу тебя. Сейчас так, стрелять будете. Магнум лежит. А теперь наверх надо очень внимательно смотреть. Не, ну я просмотрел, вроде никого там нету, как бы. Угу. Ребят, ждем новый патч, когда зомби не смогут ходить через стену. Угу. Так, я лезу наверх по лестнице. Давай, а я тут сейчас немножко... Оп. Да нет, тут лежит лут, тут вон обвес еще один лежит, кстати. Дэмэдж, правда. Дэмэдж, правда. Что-то. Если надо, ботинки кому военные, тут он тоже есть. Огнетушитель. О, лампу газовую заберу, вроде же говорю... А нет, не лампа. Вроде же, Леша, ты говоришь, что уже можно хавчик готовить, греть, да? Уже еще в этом патче сделали. Можно готовить... Еду, кстати, ребят, мы так и оленей не видели. Интересно посмотреть, как выглядит все-таки. А олень. Их точно добавили? А то мне говорят, их еще не добавили. Ну, вроде вот же, я тоже, вот патч, я тоже. Ну, я на видео видел у кого-то уже олень. А может он это... еще в бете был. Ну, да. Ну, в тестовом может, режиме. Может быть, так, да. Это я. Никого ничего. А, во, газовый фонарь, подожди. Ну-ка. Так, Макс, а куда мы пойдем? Не, ну давайте в сторону ангаров не пойдем сейчас. Хотя там прицелы могут быть. Ну, давайте. Ангары, потом вернемся по кругу. И милитари бейс сходим, там, где нас так, убили. Так, Леш, прикроешь меня, слушай? Давай. Ну вот, хорошо, так я вот сейчас туда зайду. Я хочу все-таки с этой лампой попробовать. Будет оно работать или не будет оно работать? У меня есть коробка. В коробке у меня газовый баллон, по-моему, лежит, да. Так, это надо что сделать? Это надо... О, присоединить. Макс, что ты молчишь, что там стекляшка он. О. Я не вышел из стекляшки, я под стекляшкой сейчас в елочках. Смотрите, тут. Какой прикол. Горит, работает. Работает? Да, да ладно. Да, да. Ничего все работает. В Чернорусии что-то работает, как-то а странно. Если я ее в руку возьму, что будет? Ну-ка. 4. То есть можно так освещение... Слушайте, вообще реально, Макс, я выглядит это прикольно. Слушай, так надо вечером будет зайти и реально включить. О! Обалденно, ребят. Прикольно. Ну, подождите, а где вы там, в пожарке? В пожарке стоим, да. Зайти, посмотри, как это выглядит классно, Макс. Так вот вечером... Иду, бегу. Вот так видишь, чувак идет с лампой, реально атмосферы придает. Ребят, ну это реально классно. Угу. А мы не знали, кстати. Да, вот он я стою, вот, сзади тебя. Сейчас, да я дверь... А, нельзя их закрыть. Нельзя. Ого, круто. Согласен, прикольно так вот научу. И тоже поставить у нас освещение, как... Такой некий костерчик, знаешь, посидеть вокруг. О, топор, у меня топора нет. Да ты шо? Так, сказал лампу, бы, вот еще off. Один топор, Макс. Так, я тогда лампу выключаю, но как бы я ее не выкидываю. Да, конечно, не выкидываю. Теперь мне очень хочется найти горелку. Вот горелку, кастрюлю и попробовать все-таки что-то, ну, там, не знаю, приготовить.
Ребят, если потемнеет, обязательно используем помпу. Прикольно, наверное, сядем. Приготовить что-то, да? Да-да-да, там, блин, Макс, я теперь так хочу зайти на такой вечерний или ночной сервер, поставить эти лампы, да, значит, еще найти парочку. Ну, на самом деле, Леша, вот, ну, вот согласись, если добавили возможность там готовить что-то, то уже как бы тоже атмосферность такая придается, когда там в лесу в каком-то расселись по кругу, и один готовит, второй там, не знаю, что-то делает еще. Да классно, реально такая, знаете, вот как... Уютная обстановочка, да? Уютная, реально. Так, ладно, все, давайте, а то мы расслабляемся, как всегда, и нас потом убивают. Ну что, Макс, пошли в ангары, посмотрим прицелы, и потом... Ну я пойду, мне не страшно. Да, мы ничего не боимся, мы смелые. Обратите внимание, у меня вообще горит СИК. Чтобы вы понимали, мы пока встречались, я съел по дороге киви, мне стыдно об этом говорить, правда он предстайном был, я не знаю, почему я всегда... Я реально уже боюсь есть фрукты в этой игре, потому что я вечно... История с бананом. Какие-то патроны, но у меня таких две коробки. Да, так что, в принципе, я за свою жизнь особо не переживаю. Не, ну, у тебя вылечить можно, чё. Ну, я ему вот, я же говорю, я Лёше скормил угля, и вроде как за водой тоже следит. Да, Лёш, следишь за водой? Мы за Лёшей как за зверушкой. Реально. О, что это такое лежит? А, это для М16 верхняя эта планочка. Блин, прицел бы лучше был. Вот да. Да, нам реально нужны только прицелы, ну и Лёху вылечить. Угу. Ну, у нас тут может много. Сам вылечиться как-то, конечно. Так опять меня... планочка эта верхняя. Не, ну с учетом того, что у Лёши как бы нету... Хуже не становится, да. Да. Что хуже не становится. Ну, у него сначала... Он чувствовал привкус какой-то на языке. Так, дальше кто бегает? В смысле, я в ангаре я сейчас. Я бегаю в ангарах. А. Ну, то есть ты дальше побежал туда, да? Конечно, а толку мне это вначале сидеть? Ну, мало ли. Может, я бы тебя пристрелил, если бы ты не сказал. О, я нашел какие-то эти... Антибиотики. Только Леша их не надо кормить. Ну это бактериальная инфекция, это уже. Ну от бактериальной инфекции возьми, пожалуй, это довольно редкость. Ну я взял, но я имею в виду вот... А не поможет ли это Лёше, вот это интересно. А не убьет ли это его? А, вот. Мы как на собачке проэкспирим. Не, ну знаете, как говорится, ребят, если мне станет хуже уже, я буду помирать, тогда уже попробуем. Сейчас пока что у меня ситуация как бы хуже не становится. Ну... Есть еще один симптом, у тебя очень быстро вода, ну, как бы у тебя жажда очень сильно наступает, если тебе хуже становится с отравлением, типа следующая стадия. На самом деле я себя как-то сейчас довольно-таки неплохо чувствую. Батарейка. Это хорошо. Зеленый большой рюкзак никому. Я все осмотрел, да, видел. Пошли на ту сторону, да, Макс? Ну да, а что нам? Ну да, но мы же сейчас с той стороны ничего не обутали, ну ты понял. Ну да. Посредине появились. Ну давай так круг. И можем сразу Military Bay, кстати, пройти. Да, я так и думал, кстати. Да. Нагленько так. Народу пиши. Побольше уже становится немного. Конечно. Так что старайтесь как-то. Подписчики смотреть. Заходят, ребят, мы уже специально заходим на более-менее пустые сервера, потому что, ну, вот мы начинаем играть и все, и сразу плюс 10, плюс 15 человек, так точно. Ну вот, особенно когда мы там играем часик-другой, да, то половина это подписчики. Вот, и мы так, как бы, вроде бы и не палимся, но все уже знают, что мы в основном сейчас тусуем возле аэропорта. Ну да, ищем приключения. Вот, да, а потом ребята хвалятся, кто кого пристрелил. Вот, в общем, весело. Да, но последний раз нас, конечно, так убили. Обидно, вообще обидно. Да. Да. Такой замес. А я как Олега-то. Хуя! И все. Ну, это жизненная ситуация, что делать. А я испугался. Да, и до последнего молчал. В серии же никто не узнает, что это ты меня убил. Узнают. Если посмотрят Макса видео, все узнают. Но теперь уже после того, что мы тут сказали, теперь-то уже все знают, ребят. Ну, все равно они узнают это после того, как посмотрят. Ну да. И Лёша... Да нет, там видно, что это я тебя убил. Ну я да. И Макс теперь мне должен что? Правильно, пиво. Открыта дверь, ребят. Дверь открыта. Очень хорошо. Ты уже зашел, да? Дверь открыта, никто не заходил. Я захожу. Чего ты мне лучше, Макс, купишь? Йогурт. Йогурт я и сам себе могу купить. Хотя и пиво на самом-то деле могу купить себе сам. Хорошо, что ты на первом этаже. Рожок пропустил, валяется. 0 из 40. А, ну кто-то уже... Молодец. Вроде никого.
Так, ну что, давайте облутаем и уйдем. Ну да, так только тут лутать нечего. Mm-hmm. На первом этаже вообще ничего нет. Rotten Banana плюс патронов много. О, а почему это не по нулям? Ну вот, я же тебе говорю. Вот, может, кто-то разоружил, господи. Ну да, да, кто-то специально, значит, патронов уже не помещалось у него. Ну да, не, ну имеется в виду, вот я вижу обоймы, да, ну как бы, вернее, патроны лежат, да, и на них нолик нарисован, как-то странно это. Да, то же самое, я это наблюдаю, картину. Я такое не люблю. Там этот, авиационный, белый, вроде даже хороший, и топор плохой. Ну, так, слабый. Казармы соседние тоже открыты. Видите, ребят, тут сколько б людей на сервере не было, все же бегают, лутаются, так что встретить можно где угодно. Надежда на милитари бейс, потому что, ну, немногие, Макс, на самом деле, мне кажется, знают. Может, и все уже знают. Там лежит тетрациклин, по-моему. Если у кого место есть, берите. А, хотя у меня место еще есть. Вперед! В лобовую. Как обычно. Сорви голова, как этот фильм, да, есть? Ага. Про чертик. Это да. Так. В казармах вроде никого. Насколько я могу еще из окна видеть. Так, ну я гайдрейтед, все, я напился, пойду в казармы посмотрю. Я здесь, если что, вот он. Ту-ту-ту-ту-ту. Ты вовремя сказал. Там этот лежит, посмотри. Не начал. О! Это, по-моему, кому-то... А нет, это фонарик, это не прицел. Кстати, на М-ку, кажется, фонарик. Да ё-моё. Кто-то появился. Это я перезарядился, нечаянно. Нормально, ребят. Лёха, ну тебя это... Лёша такой, Лёша, М-ка лежит. М-ка лежит. Посмотри, какая она. Мне М-ка не нужна. Я слышу перезарядку, это же обычно, когда кто-то появляется, я уже сразу... Панику, панику. О, кто-то Global Ban схватил. Ага. Это правильно, то есть, ребят, на сервере с нами читер был, сейчас бы нас переселял. А, не, это Global, это просто админ что-то написал, сайт сервера, что ли. Да. Дезинформируешь людей. Ну все, погнали, я уже... Вот... Я выхожу, а М-ку ты не будешь брать, нет? Не, я из КС-ку. Пошлите, я за казармами. Давай, давай, я вижу все. Олег, вот мы. Вот он я, вот вас вижу, все. Погнали. Идем. Пойдем мстить на милитари бейс. Место, кстати, реально прикольное, оказывается. Mm-hmm. Как мы о нем не знали. И главное, никто нам в комментариях о нем, ну, то есть не говорил, что там рядом есть, там, что вы там. А может, никто ходите? И не знает, может, никто и не видел. Ну, да. Да мы с Олегом, когда сюда шли, мы весь хороший лут нашли именно там, mm-hmm. в аэропорту. Mm-hmm. Это же вы без меня записывали, да? А мы не записывали. А мы ее записали, но да, мы ее но... не выкладывали. Да, мы ее не будем показывать. А-а-а. Мы сонные ночью, mm-hmm. понимаешь, это все бежали. Да, это мы хотели записать втроем. Как Акули, как всегда, добежал за 5 минут, а они 2 часа собирались. Ну, дело в том, что я просто решил проэкспериментировать с наручниками. Там, да. Там сказали, альт надо нажимать и руками влево-вправо двигать, он разрывает их. Понятно. А, ты выложил уже, да, это видео? Да, выложил видео, там Олег в трусах ходит, я его полностью раздел. По приколу уже снял с него футболку, штаны, и он в наручниках ходил. Да. В конце концов, мне пришлось его убить. Угу. Извращенцы. Фу. Такое вот получилось видео, ребят. Да. Ну, вон я вижу уже эту базу. Ну да. Чё, прям... По сикам, как парень бегает. Да-да-да, больные люди, они так и бегают. Да-да-да. Ну, народу я скажу так уже, есть чуть-чуть. Вы смотрите по сторонам, да я же говорю, подписчики присоединяются, так что... Они сейчас в аэропорт все пойдут, хотя... Да-да-да, а мы из аэропорта можем встретиться. Я бы не прочь сходить к папу Ивану, вот я там еще не был. А, этот пик? Угу. Прикольно. А возле Зеленогорска вышка, вот эта вот, как она там называется? Я не помню. Большая такая? Да, вот эта вот, ну, телевышка. А вот не помню. Вот тоже туда было бы интересно посмотреть, как там, что-то изменили или нет. Кстати, вот эта вот прямая к Military Base и в аэропорт уже становится потенциально очень опасной. Mm-hmm. То есть мы так бегать, по идее, не должны были бы. Ну так-то да. Тут надо уже как-то со стороны забегать там. Ну, да. Ну да, мы уже так напрямую, нам уже терять нечего. Угу.
Вот, тем более народу. Не, ну народу же нравится, когда у нас там экшен, когда что-то происходит. А то мы просто бегаем, да, и никого не находим. Только понимаешь, экшен, когда мы хоть как-то воюем, а не как-то. Да, да, да. А когда мы черный экран вот так вот бегаем, да, это не прикольно, конечно. Так, я за вами бегу и там чуть-чуть отстаю. Нифига себе, чуть-чуть. Ну, можете меня подсидеть, подождать среди поля. Я не против. Так, ну я опять первый, да, как всегда. Да я прямо за тобой, Макс. Вот реально метров, даже 10 метров нет. Так что тебя убьют и сразу меня, не переживай. Не-не-не, лучше давай тебя убьют, а как акулик отомстит. А как акулик убьет Арчара. О, да, это тоже хороший вариант. А потом убьют сразу как... чару, а потом убьют как акулика. Да-да-да. Очень хороший вариант. Ребят, короче, хотите нас всех троих убить, убейте кому-нибудь из нас. Да, мы сами разберемся. Да, мы сами друг друга перебьем к чертям. Так, а тут, кстати, закрыты казармы. Ага, в тот раз тоже было закрыто, говорили они. Да-да. Камню сходите, говорили они. Весело там. А тебе со своим говорили они. Да весело же это, говорили они. Говорили они, говорили. Так, ладно, я в левую казарму. Тут зомби, кстати. Это хорошо. Надо стрельнуть? Не надо. Нет, не надо. Ну почему не надо? Зачем? Так веселее. Не надо, не надо. Я лучше его приговорю своей святой секирой ужаса. Так, тут патроны. О, дефибриллятор. Ух ты. Я уже, по-моему, не помню, рассказывал, не рассказывал, уже со следующего патча дефибриллятор, в принципе, нужен будет, потому что уже будет вероятность сердечного приступа. Ну да, отбега. Угу. То есть Магнум меньше, ребят, вещей лежит. Будет место для патронов, придется именно больше таких вот вещей нужно. Патроны для СКС-ки тут, ребят. Бутылка лежит, 33%. Рюкзак. Так. Что-то еще. Лично я новую эту нашел. Патроны для магнума. Футочку? Ну или футболочку. Больше тут ничего нет. Кто это всё в моей этой? Я? Казарме? Я? А тут ничего нет, я бутылку с водой только взял. Ну, такая badly damage. Ребят, патроны для СКС-ки во второй казарме. Ой, это мне надо. Я был. У меня их уже достаточно. Так, ну это там казарма, а вы идите дальше, чё? Ну там еще одна казарма. Ну пошли. Да, там казарма и тюрьма. Угу. Пошли. Куды ты пошел? А, ну ты за мной. Так, а где эти патрончики для СКС-ки? Кстати, у меня уже места нету, оказывается. Ребят, ну вы сюда не ходите, это все, это наше место. Ага, это наша точка. Потому что об этом месте никто не знал. Закрыта дверь. Я покушаю. Закрыта дверь, он стоит зомби. Зомби твой, Лёша. Хорошо. Я сижу и нагло кушаю. Эй, тихо. Арчар, сейчас я его бахну. Не стреляй только. Mm-hmm. Приключения. Фу, блин. Да, конечно. Взял с топором такой, зашел. Нормально, как мужик сделал. Реально надо, чтобы сделали, чтобы можно было всю банку за один присест есть, потому что... Ну да, первый этаж чисто, лежат патроны. Патроны на FNX, банка колы. Заберете кто-нибудь там. Вес есть, там, по-моему, тоже лежит. Патроны для... Эмочки, ну нам прицел нужен. Патроны-то патроны, ну. Ботинки. Банка жратвы. Вот это я возьму. Can of Toon. Лёха, а где ты видел патроны для СКС-ки? Во второй казарме. Там какой-то из комнаты. На второй этаж лежит. Поднимаюсь. И, кстати, сейвинг кит есть. Чинилка, ребят, если кому-то нужна. Я взял, вывожу. Какой-то из комнат. А где они лежали? На полу, на кровати? На полу, да, на полу. О. На полу лежали, да. Блин, я слепой. Вот это вот то, что надо. То ли Леха патроны перепутал одни с другими. Ну, коробочка там лежала. А, ну коробочка, это же не означает, что не для СКС-ки. Да? Угу. Ну, тогда мог перепутать, Макс. О, а я тут бегаю, ищу, думаю, то ли я слепой. Для СКС-ки с этим, с медведем. Вообще могли это спички лежать, я сейчас посмотрел, тут спички такие же. Так, ребят, ну это ж я, все нормально. Так, я в тюрьму забегаю. А, я, наверное, в казарму побегу. Мы уже в тюрьме, тут ничего нет. А, ну я тогда в казарму. Выходим, Лёш, выходим. Да, тут ничего нету. Угу. Ствол бы в руки взял, что ли, я не знаю уже. Для приличия, хорошо.
Я тебя даже вижу, наверное. Нет, не вижу. Все, взял ствол. Нет, ребят, без прицела, конечно, нам в электрозаводске идти никак. Да вообще не вариант. Значит, ребят, серию сейчас заканчиваем, меняем сервер и возвращаемся опять в аэропорт на... Я захожу в казармы, вот он я. Угу. Там, кстати, этот еще обвес есть. А я двери сейчас все открываю. Окей. А ты как раз так, оп, конвейером таким. Фонарик для этого. Приклад есть какой-то, но он стандартный, так что толку нету его брать. Угу. Патроны для Мосиной. Что бы я мог выложить, кстати? Что мне не нужно? Еду заберешь? Не знаю даже, я вот думаю. Ну, то есть я ее могу себе взять, у меня место еще бери, чуть-чуть имеется. Все, да, бери. А во. Не так уж и много, конечно, но есть. Там дальше, по-моему, вообще ничего. Что это такое? Ух ты, флешлайт. Ну, я же говорю, фонарик для М-ки. Угу. Я уже второй такой встречаю. Так, ну ладно, идемте тогда. Я даже не знаю куда. Надо что-то делать. Нет, ребят, я предлагаю на этом закончить. То есть, ну, куда нам идти, Макс? Будет такая маленькая серия. Ну а что, мы ребятам прошли. А давайте пойдем на холмик. Да, там, где нас в прошлый раз убили. А идемте, а почему нет? Да. Давайте. Мы просто осмотримся там. Ну да. Идите вы первыми. Хорошо. Только ты нас, главное, не убей, а то у тебя есть. Это позиция, кстати, непонятная, откуда там мочат людей, поэтому. Я даже, честно говоря, где-то тут снайпер, видать, ложится. Я видел его, ну, потом на повторе, я понял откуда, но сам факт, как он вообще нас, ну, увидел, нашел и вообще так, ну, в общем, печально это как-то все. В общем, на видео будет понятно, о чем мы. Вот, печально, конечно, что Олега пристрелил. Зато красиво пристрелил так в голову. Я еще как колебался секунду, кстати. Зато у меня теперь есть пиво. Да. Актуальная пока что. Но... Ну да. Так, ну что, вы там на холм поднимаетесь, нет? Да, да, все на холме. Ну, вот, а меня в итоге убили вот сквозь вот этот вот камень. То есть я вот здесь вот где-то спрятался, вот тут вот. Вот здесь вот. Так, подожди, я к тебе сейчас подойду. Вот, да, 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 вижу. А где ты есть? Я тебя, например, ребята, не вижу. Ребята, если сейчас нас опять тут перебьют, я вас буду материть. Вот, вот смотри, я в тот раз ушел я куда, знаю, по-моему, туда, вниз. А ты меня это... Смотри. Я вот здесь вот был, и я Да-да-да, именно это место, я поворачиваюсь. За камнем, и я вот отсюда выхожу, и ты тут сидишь. И знаешь, и поворачиваешься вот так вот влево. Это, знаешь, это было похоже, будто бы, ну, там... Блин, я вас опять потерял, мне это не нравится. Я в тот раз вас потерял, у меня убили. Вниз ушел, вернись. Я здесь все жив. Мы возле камня, мы на вершине. Ну вот, ну да. Я хочу его вообще обойти полностью. Только давайте в одну сторону идти, чтоб типа если... А, да. Хотя бы в одну сторону смотреть. Все, да? Вот, мы тут все, вот это уже радует. Идемте вокруг камушка обойдем. И в общем, а меня убили, когда я вот здесь вот был. То есть я вот спрятался за камнем, а убили меня вот оттуда снизу. То есть вот а тот тут вот просматривается все. Замечательно. Леша, кстати, вот этот вот снайпер, он был вот там вот внизу, там камни, видишь, такие насыпи камней. Вот он за теми камнями где-то был. Да ты шо, а как он... А я не знаю, тут деревья, тут, знаешь... Я вообще с другой стороны был, как он меня убил. Тебя убили вот здесь вот, Леш. Ты вот тут вот умер. Вот прям вот здесь вот. Ага, понятно. Да блин, тут точка такая, прямо подход такой хороший. Не, ну прикол в том, что тут сверху все видно, а вот нам именно повезло, что чувак был именно снизу, именно за камнями и еще и на бёшек. Повезло, да. То есть, так не, а прикол в том, что он оттуда, получается, убил меня, когда я был вот здесь вот за камнями. Так, есть... это я, если что, меня не стреляйте. Да-да. То есть, как меня убили, когда я был вот здесь вот за камнями, я это уже не понял. Где вы вообще есть? Ну, на вершине возле камня. Тут, кстати, легко очень потеряться, вы заметите. Угу. За счет того, что разные высоты. Ребят, ну что, я предлагаю день сейчас уйти, только отсюда уйти. И ну да, ну да. В ну, те я камни, думаю, да? Да вот туда вниз, я думаю. Вниз, вот, а куда мы пришли? Не-не-не-не-не-не-не. Назад. Вот там посадочка, да, такая. С водичкой, да? Наверное, да. Ну, погнали. Блин, гляньте, какое огромное поле слева, вообще круто. Прикольно, ребят, если бы мы еще нашли где-то вечерний сервак, чтобы зажечь нашу лампу, то сейчас просто ее видно не будет. Да, ага. Рассесться вокруг нее и рассказывать да, байки. Да-да, и немножко посидеть, поговорить. Кто где воевал, да, кто сколько киллов сделал. Кого сколько раз убили. Да. Страшилки еще порассказывать. Страшные истории, Дейзи.
Дейзи. Блин, мне так нравятся вот эти поля, просторы. Не знаю, вообще круто так выглядит. В батле карта second, последняя Second Assault Каспийская чем-то похожа, да, Макс? Так, только вы там сильно вглубь не заходите, а то тут мокро. Мне-то все равно, у меня резиновые сапоги. А, да, точно. А, вы уже... Ой-ой-ой. Вы уже в воде. Ой-ой-ой. Да ладно, сейчас оно не влияет пока. Нормально. Я хочу вымазаться, я хочу в лужу лечь. Не надо. О, я могу drink water сделать. Не надо этого делать. Еще, вот еще этого делать сикл. Не надо. Да. Именно вот в служи лучше не пить. Все, я вот в этом кустике прямо и выпью. О! Промокшая одежда у меня, прикиньте. Штаны, дамп написано, типа, такая синенькая надпись, типа, промокшие штаны. Круто. Интересно, как их высушить теперь. Так, ну что, тогда на этом... Серию завершим. Ну да, ребят, давайте тут остановимся, про то, что мы в воде ляжем. Ну, какая разница. Ну, дорогие друзья. Ты любишь, да? Да, я люблю там, где сухо. В общем, всем тогда на этом спасибо. Всем удачи. Надеюсь, вам понравилось. Надеемся. Да, и всем пока, ребят. И Леша такой в Макса. Тынь. Или это Макс целится. Всем пока. Всем пока.